А до нашої студії завітав Микола Овсепян, зоозахисник та ветеринар. Доброго ранку. Давайте розпочнемо із такої актуальної новини, яка буквально вчора з'явилася на просторах інтернету. Шевченківський суд виправдав док-хантера Святогора, який взагалі на його совісті більше 3000 смертей безпритульних собак. Розкажіть, як взагалі ви реагуєте на цю ситуацію і як можете її прокоментувати? Ну, я вам скажу, реакція, конечно, негативна, но изначально, когда этот процесс начинали, суд, почему-то я говорил, что мы не будем, ну, не будет надежды, что его посадят. Ну, 300-я статья – это жестокая вот пропаганда, и кроме того, что в Фейсбуке, везде, и люди видят, он как-то преподносит, что он освобождает город от бездомных животных. Ну, я не ожидал, что… Я был уверен, что будет такой приговор, его отпустят. Даже там хотя бы, если был бы срок умовный, но, к сожалению, такая у нас наша правосудие. Я всегда об этом говорил и буду говорить, потому что, когда мы делаем дело, доводим до суда, ну, к сожалению, эта система не работает. Він зараз на волі. Якщо, ну, взагалі він... Можеш продовжити це робити? Конечно, естественно, ему будет продолжать это с двойной порцией, так сказать. То есть безнаказанность порождает все остальное, правильно? Вот такая, это как разбитое зеркало. Тут я, честно сказать, не знаю, что, что вот, или люди, или, плюс к этому не только бездомные животные, его цель. Даже те животные, которые живут вокруг, ну, где он проживает сам. Это и домашний. То есть для меня самой нету разницы, домашнее или бездомное. Животное – это животное. Вся проблема – это наша человеческая проблема. Я неоднократно говорил, что они с воздуха просто не падают, эти животные. Вот буквально вчера в 10:30 вечера звонок. Николай, здравствуйте, у нас 3 котята родились. Мама решила их типа в воду. Ну, не хочу грубо сказать. Говорю, а до этого не додумаешь, чтобы хотя бы стерилизовать. Вот это, знаете, вот люди, которые верят в Бога, не стерилизует животное, а там на улицу выбросить или просто утопить – это нормальное явление. К сожалению, для меня это непонятно. Як реагують на таке рішення суду зоозахисники? Наскільки я вчора читала у новинах, вони збираються протестувати проти цього рішення суду. Ну, чисто юридическое, да, понятно, протестовать можно, можно протестовать, заново найти какие-то доказательства, опять суд, это год, два, три. Я просто иногда, знаете, сам по образованию еще юрист, иногда у меня такое ощущение, что наши судьи, они просто каким-то, в каком-то параллельном мире живут. Ну, по черному-белому написано все, есть конституция, есть право. Вы вважаете, что это байдужесть? Я вважаю, что это и байдужесть, и то, что либо там деньги, но он из, тоже из какой-то юридической, так сказать, семьи, свои знакомые, прокуроры. Ну, кум, сват, брат. Вот, вот почему мы не идем в цивилизацию. Вот почему мы... Вот многие говорят, что вот сейчас появится камера, нас, нам, за нами будет слежка. Если ты добропорядочный человек, ты законопослушный гражданин, ну, чего тебе бояться? Так. Вот лично я, пожалуйста, хоть пусть снимает там в разные... На улице камеры, тем более нас уже везде снимают. Вопрос не в этом, а вопрос в голове просто, к сожалению. Стосовно притулків хочеться запитати. Я знаю, що в Києві в основному маленькі притулки, а поза межами Києва є великі притулки. Як багато там зараз тварин і хто про них піклується, хто допомагає? По моїм інформаціям, якщо я не ошибаюсь, там в КМДА, Київський горсовет, раз в год виділяють определенну, ну, Сумму денег, да. Там некоторые приюты, которые на попечительстве государства, можно так сказать, они получают эти... Ну, это, к сожалению, это очень... Знаете, Але цього не вистачає. Капли в море, конечно. Вот, допустим, взять Сириус, по данным прошлого года, ну, к сожалению, почему говорю прошлого года, ну, примерно 10 месяцев меня не было, я отсутствовал от информации, чуть-чуть отошел, но вот там около 3000 собак. Ну, почитай, 3000 собак – это не маленькие йорки, это 20-25 килограмм, которые, ну, минимум полкилограмма корма в день кушает, учитывая стерилизация, вакцинация. Притулок, само собой, означает болезни. Так.
которые надо лечить, интерит и все тому подобное. Ну, ответственность, опять же, людей, я всегда говорила это. Ми тобто виноваті. Волонтери допомагають. Зараз дуже популярно серед зірок, вони дуже часто їздять в такі притулки, показують у себе в соціальних мережах. Наскільки це дієво і чи допомагає все-таки Конечно. Тваринкам знайти будинки? Звісно, допомагає, коли є личність, чоловік, якого вот знає не свій дом сусіди, да, то, ну, це звізда, це чоловік, який достиг чого-то. Мировоззрение поменялось. Да. И знаете, вот это пафос понятия. У меня вот хацкий, там какая-то лабрадор, красивая и тому подобная собака. В основном, я, может быть, будет звучать грубо, но если ты уже решил завести собаку, чисто так, чтобы понимать, что у тебя должен быть друг. Друг, так. Да. С этой точки зрения, это пусть будет обычная собака. Первое. Почему бездомная? Потому что у бездомных собак, или непородных, вот так сказать, у них очень шикарный иммунитет. Заболеть риск очень маленький, потому что они адаптованные. Уже адаптованные, да, естественно, и плюс они очень благодарны. Это может быть звучать как-то неестественно, то, что мы их язык не понимаем, но это... Ну, это пометно в их поведении. Само собой, да, потому что вот они очень дружелюбные, они доверяют, они благодарны до конца своей жизни. Даже жесты, которые они делают, там, целуют руку или целуют ногу, это они благодарность свою так отдают человеку. Поэтому это похвально. И чем больше таких людей будут брать из притулков, с улицы даже, я надеюсь, что мы дойдем до такого, что у нас притулки будут пустые. Ну, стосовно того, що тварини зараз в такий мороз знаходяться на вулиці, які вуличні, так? Чим прості українці, пересічні громадяни можуть їм допомогти? Що зараз їм найнеобхідніше в такі холоди? Саме головне от в ці морози – кормити. Тому що кошки при мінус 15-16, якщо вони голодні, у них ну, максимум сутки, к сожалению. Собаки чуть-чуть побольше. Ну, кошки иногда прячутся в подвалы. У них инстинкт самосбережения працює. Есть, так. Но понимаете, то, что минус, это минус. Это физиология, грубо говоря. И то, что может сделать простой человек, просто вот увидели, ну да, сложно с кормом ходить, но магазинчиков у нас рядом везде много. Мы так. В городе, как говорится, можно забежать. Даже если не успели она убирать, то следующее, само собой, вы успеете покормить. И это дает шанс на выживание, тем более через несколько дней уже будет плюсова температура. Так. Повертаючись до теми притулків, зараз локдаун, карантин, чи не поменшала кількість бажаючих взяти додому тваринку із притулка, тому що зараз люди сконцентровані не на тваринах, на жаль, а на выживании власному під час пандемии. К сожалению, да, финансовая ситуация, когда вот так, знаете, вот вверх-вниз падает, тем более все закрыто, какая-то иная сумма, тогда можно было иную сумму выделить, притулку помочь или вот просто завести собаку. Опять же говорю всегда, когда у нас берут собак, я говорю, вы понимаете, это полноценных 15 лет жизни, минимум, 12-15. То есть вы должны понимать, ну, как волонтеры мы отдаем, что вы можете переехать, все может случиться, особенно в нашем мире, 21 век, оно очень быстро все меняется. Ты утром просыпаешься, уже другой мир, другие там каноны. Поэтому оно, конечно, влияет. Локдаун чисто очень сильно повлиял на вот все это. А чи зменшилася кількість благодійників і волонтерів? Тому що, знову ж таки, вони зараз, я так розумію, більша кількість, вони спрямували свої сили на допомогу лікарням, лікарям у період пандемії. От іноді я задумуюсь, чому от наших волонтерів так мало? Тому що це ті люди, які все одно альтруїзм существує. Скільки б раз мені ми не доказали, що його нету, є тільки егоїзм, тільки ми. Нет, если бы не было вот альтруизма, некоторые вещи мы бы не осуществляли, ну, не увидели бы, даже этих притулков тоже не было, потому что руководители же тоже вкладывают свою жизнь, чтобы обеспечить этих собак и как-то уменьшить на улице. Ну, я надеюсь, мы этот период проживем, и все встанет на свои места, и опять наши волонтеры смогут и работать, и помогать притулкам. Но самое главное, волонтерам это государство. Мы же платим налоги. Эти собаки, они ничейные, то, что все говорят, что они бездомные, нет. Они находятся в городе, и они числятся, как грубо говоря, мешканцы места, да. И за них отвечает город. А мы выбираем мэра
как менеджера, который должен работать. То есть мы хозяева своего города, мы оплачиваем налоги, и мы должны требовать у менеджера, что вот этот пункт, этот вы должны сделать. А чи є наразі якісь ініціативи від влади, можливо, від міської влади стосовно тварин? Есть. В прошлом, еще позапрошлом году заместитель мэра, тогда я сейчас не знаю, он работает или нет, Пантелеев, по-моему, фамилия, запропоновали проект, который будет на 13 000 собак. Вот так. И если не ошибаюсь, по-моему, в Вышгородском районе или возле Вышгорода, вот где-то, может, по месту положения ошибаюсь, но там шикарный проект, конечно, большой государственный приют будет, где будет мини-гостиница, вакцинация, стерилизация, и таким образом мы сможем уменьшить беспритульных собак. Но самое главное, знаете, что я всегда говорю, что ответственны мы, каждый человек, вот вы, я, мои соседи, мои друзья. Если мы будем ответственно относиться к этому, то уличных собак и котов, они не появятся. Вот моя любимая фраза, они с воздуха не падают. Так. Мы выгоняем, мы не стерилізуємо, а не рождаються. А що делать, у мене 7-8? До речі, проблема стерилізації. От я у своєму рідному місті, у Дніпрі, бачила всі безпритульні собаки з такими бірочками на вухах. Але при цьому я йду і бачу 5-6 цуценят. Якщо і мама виходить з бірочкою, це неправильна стерилізація? Чи взагалі як це... Разумеется. Ну, в этом случае, может быть, просто это как инстинкт. Знаете, даже она стерилизована, но все равно она, как говорится, мама, и собачки за ней бегают. Это может быть один такой фактор. Но второй, вы правы, тоже очень много была информация, что есть недоволонтеры, которые забирают собак, собирают на них деньги. Есть свои же ветврачи, которые просто делают прорез, вроде бы прорез или там что-то. Показываю людям, что потом они эти деньги собирают у людей, грубо говоря, да, как волонтеры. Вот да. Я не могу чем-то помочь, но я могу. Это такой себе 500, бизнес. 500. Да, к сожалению, это есть. Ставит бирочку, вот почему должна быть все зафиксировано четко, чья бирка, какая организация сделала, чтобы потом уже найти, кто виноват, врач, волонтер или другой непонятный человек. Ви також ще й ветеринар. Про домашніх тваринок теж хочеться запитати. Які найчастіше проблеми, з якими до вас звертаються? Чим хворіють домашні тваринки? Ну, в період, коли вже весенний, там виходить саме страшне – це кліщ. Ну, для цього обрабатуються. Многие просто не задумуються. Ну, думають, навіть зараз, да, допустим, холодно. Учитывая то, що ця неділя була мінусова, а до цього дуже багато кліщей вже з'явилось. І... Кормление самое главное. Корм – это очень важно. Правильно, харчевать. Особенно у маленьких собак, сложный желудок и все остальное. Правильная еда, уход за собакой. Опять же, мы идем к тому, что мы должны понимать, что мы берем собаку. Это затраты, ответственность. И надо просто относиться к этому более, знаете, вот... Сведомо. Да. Да. Ты должен понимать, что ты кого-то взял. Якщо ні, то ніхто ж не заставляє. Це як дитина, ти повну несеш відповідальність за свого друга, собака чи кіт, це так? Звісно, дуже багато ображаються на те, що як можна прирівняти собаки к ребенку, или, це я к тому, що якщо ти ответственный человек... Це порівняння, це не прирівняння, ніхто не прирівнює дітей до того. Ні, якщо ти про це ответственность, так. Самое главное, вот если мы хотим жить красивой, цивилизованной, в цивилизованном мире, то есть мы должны быть ответственны ко всему. Мы відповідальні за того, кого приручили, и плюс это, конечно. Так. Вот недавно увидел, что опять сюжет, и ломают елки, которые посадили в Киев-Зеленбуд, в последнее время очень хорошо работает. Так. Особенно у нас на Оболоне парк, который мы достигли, и его сделали парком, все высаживается. Ну, люди воруют, ломают. Иногда, знаете, такое ощущение, вот руки опускать, для чего, зачем вот это все сделать, чтобы потом, есть определенный процент людей, которые, естественно, за этим даже ухаживают и сами поливают, это радует. И наостанок, ваши побажання, чего хочется, чтобы в цьому році стало, в якій сфері хотелось бы, чтобы покращення відбуло, щоб тваринки наші не страждали, а були щасливими? Знаете, вот мечтать, как говорится, не вредно, но если мы все вместе будем двигаться в сторону для того, чтобы сделать мир лучше, надо начинать с себя. Подавать приклад. Так.
Дякуємо вам. У нас в студії був Микола Овсіпян, зоозахисник, ветеринар. Друзі, дякую за вашу увагу та не забувайте, що щодня на нашому YouTube-каналі з'являється нова та цікава інформація, яку необхідно обов'язково переглянути, аби бути в курсі усіх подій. А я вам нагадаю, що там є дзвіночок, який, коли ви натиснете, буде сповіщати вас, що вже з'явилось щось нове. Тому підписуйтесь і слідкуйте за нами.